Опекуны, попечители и приемные родители – это те, кто, не считаясь трудностями нашей современной жизни, взяли на воспитание детей, так нуждающихся в любящей семье. Они дали им все – тепло домашнего очага, заботу, образование. Именно для таких людей и существует праздник – День рождения добра. Сегодняшний наш праздник посвящен Международному дню семьи, который празднуется во многих странах 15 мая. Праздник празднуется с 93 года. С 95 года празднуется в России этот праздник. Этот день, который еще раз дает нам повод подумать, что такое семья для каждого человека. Концертную программу подготовили студенты Одинцовского филиала МГИМО и дети, которые обрели семейное благополучие благодаря своим опекунам и попечителям. На сегодняшний день в Одинцовском районе в городских округах Власиха и Краснознаменск проживают 419 замещающих семей. Они воспитывают 538 детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году самостоятельную жизнь начинают 57 молодых людей и девушек, достигших совершеннолетия. 15 из них уже учатся в колледжах и институтах, остальные заканчивают школу. Передаю большой низкий поклон от уполномоченного по правам человека Московской области Екатерины Юрьевны Семеновой. Сегодня необыкновенный день. 57. Замечательная цифра. Вы знаете, это очень ответственный, очень важный труд. На празднике присутствовали представители районных органов опеки и попечительства, главы поселений. Они наградили родителей благодарственными письмами, ценными подарками, подарили цветы. Именно эти люди, сидящие в актовом зале, помогают детям найти свою дорогу в жизни, открыть сердце миру и поверить в добро. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».